на дворе стоял 1924 год. Прошло 7 лет после большевистского переворота. Совсем недавно не стало вождя и идеолога большевистской революции. Только что вышла толстовская элита, наделавшая шуму в читательских кругах и заставившая всех любителей фантастики по ночам пристально всматриваться в звездные дали, пытаясь рассмотреть там ту самую красную планету. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».